ничего не получилось, да. То есть как бы оценка неудовлетворительная. То есть такой безобразной игры я в принципе не видел. Ну, наверное, где-то есть закономерность. Как мы провели тренировочный процесс после того тура, нам, в общем-то, основная команда, клуб, всеми силами мешали. Там то одного забирают, то другого на какие-то мероприятия, то еще там какие-то вещи. Конечно, тренировались плохо, я, в общем-то, предполагал. Но, несмотря на это, конечно, то, что сегодня сыграли, совсем плохо. То есть, как бы, зацепиться не за что. Сегодня у нас получилась хорошая игра, слаженная команда. И вчера немного не получилось. Сегодня уже все хорошо было. И подача полетела, вчера много потеряли. И в атаке хорошо добавили, в защите тоже, на блоке. Все хорошо у нас получилось сегодня. Мы стараемся дать реванш Динамо Краснодару. Очень хотим взять победу, чтобы и подняться в турнирной таблице, и просто победить. И также вторая игра с Атомом. Тоже победить хотим очень. Хорошо закончить тур.